Сейчас я вам расскажу, как сделать вот такую открытку платье оригами. Для изготовления открытки нам потребуется плотный лист бумаги или картона и два листа бумаги односторонние, из которых будет выполняться платье. Платье у нас будет состоять из двух частей, из лифа и юбки. Начинаем собирать лиф. Квадратный лист бумаги складываем по диагонали. Разворачиваем, складываем еще раз по диагонали. И книжечкой. И в таком, и в таком положении. Теперь собираем нашу фигурку. Должен получиться вот такой квадрат. И мы аккуратно ножницами с этой стороны, которая раскрывается, прорезаем сантиметр на 2-2,5. Теперь складываем уголки к центру. Один уголок, второй уголок. И так еще раз мы разрезали наши заготовки сверху на 2,5 сантиметра, подогнули уголки. Теперь вот эти маленькие треугольнички мы можем отгинать. Отгибаем треугольничек в одну сторону, вот один раз. И потом, чтобы вот эта вот линия, которую мы отогнули, совпала с горизонтальной линией. Еще раз подгибаем. Отгибаем второй треугольничек. Один раз. И совмещаем согнутую линию с горизонтальной линией. Второй раз. Теперь мы можем заложить по этим линиям наши треугольнички. Получилось у нас у платья такой откладной воротничок. Переворачиваем заготовку. Снова сгибаем треугольнички вверх. Ножницами мы аккуратно прорезаем линии, параллельные вот этому краю, шириной где-то 4 миллиметра. Одну. И вторую. Когда мы прорезали, мы можем треугольнички отогнуть вниз. Они вот у нас получились двойные. Бумага. Отгибаем. Чтобы небольшой был скос. Один. И второй треугольничек. Переворачиваем. И у нас получается вот такой очаровательный лиф платья. Приступаем к сборке юбки платья. Берем наш листочек, складываем его пополам. Переворачиваем, складываем каждую часть еще раз к средней линии. Разворачиваем и загибаем небольшую складку. Чтобы наше платье как будто разворачивалось. Юбка будет широкая со складкой. Вот так переворачиваем заготовку. И отворачиваем часть к центру. И вторую. Наша юбка собрана, осталось только совместить все детали. Теперь мы возьмем лист, к которому будет приклеиваться. Аккуратно вставляем лиф платья в юбку. Переворачиваем и намазываем клеем части, но не все
мажем юбку, вот эти желтые краешки, и немножко лиф. И приклеиваем наше платье к бумаге. Место соединения юбки и лифа мы украсили белым поясом. Вот такая открытка у нас получилась.